Слева на носу черный у меня. Это сопля, может? Нет, я не брился. Что это такое? Это этот, это перец, это я вчера так жрал, может быть. Вчера? Не, ну я умывался, я не знаю, наверное, это перец. В смысле, ew, это не сопля, чат, ну блин, сопли, они другого цвета, камон. Честно, без фальши. А это что? Это что такое? Многие... Посмотри, когда ты всячески стараешься дистанцировать себя от говна из трендов на Ютубе, они сами пролезают, понимаешь? Вот это вот то, что без мыла в жопу пролезет, как говорится. Что это за говно? Гэри о распаде Хо, ссоре с Машей и фейковых отношениях. Кто, блядь, такая Гэри? Какая, сука, Маша? Что это такое? Почему оно включилось? Ютуб, ты вообще всратый, что ли? Я не пойму. Боже, какого хрена? У, бля. Ненавижу. Я не знаю, как к этому относиться, но Юра Калашников сделал вот такой вот рисунок в арте. Юра, о чем ты думал вообще? О чем ты думал, Юра? Надеюсь, там нету мата. Так. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Так, туда не копаем. Ладно, хорошо. Смешно. Я вчера Streets of Rage прошел, ты. Выкидывать всех. Залуп. О, господи, залуп что-то. Здрасте. А у вас здесь генератор? Это генератор? 666 LUL. Бамбан. Твоя задача собрать 18 максов и 5 трофеев. Если застрял, нажми. Я думаю, нам нужно разгрузиться после предыдущей игры, ты понимаешь? Потому что стало очень горячо. Где я? Что произошло? Я всего лишь включил гача ремикс на Ютубе. Серьезно? То есть вот кто-то делает такие игры? Кто их делал и зачем? Ну просто вот мне прислали игру, я бы ее не купил ни за что. Но раз прислали, я подумал, what the fuck, это что, хоррор? Отлоуд, серьезно? Боже, между тем, посмотри на наши руки и чем мы держим фонарик. Так, руки здесь. Чем же мы держим фонарик? Неоднозначно. Я так понимаю, попадаться им не надо. Это типа своеобразный хоррор, да? Блять, как же много вопросов временами. Так, я сейчас выключу эту игру. Это типа слишком плохо. Даже хуже, чем я ожидал. Я думал, что будет плоховато, но это не плохо. Это просто какой-то... Ага, хорошо. Ладно. Ага. Боже, какая романтичная музыка. Почему музыка из челюстей, твою мать? Да похер. Ай. Женщины в этой игре выруливали, но нам пришлось убить одну из них с помощью Люкенги. Теперь Люкенг — новая женщина, которая управляет временем. К чему все это привело? В смысле купить дополнение? В смысле купить? Недоступно для покупки. Так, хорошо. Подожди, а что недоступно для покупки? Вы не можете приобрести этот продукт по следующим причинам. У вас уже есть Mortal Kombat последствия. You will be partners in death. Да на супер изи ты просто.
Так, что у нас есть? Сую легкие фаталити стоят, это вообще прекрасно. Они оба близко, так. R2... А, подожди, чат. Что? Ничего не видел. Окей? Хватит, хватит ржать. Мама. Победила, нет? You will recover. Ты поправишься. Вообще-то вы хотели меня убедить, а не убить. Такая. Ну, камон! Блядь, ты просто бесишь меня, понимаешь? Не смей меня бесить. Я тебе сейчас такой экстрей покажу охеренный. Ты вообще, типа, не угадал сейчас. Я, у меня еще попытка есть, как ты сволочь такая. Слушай, мы, по-моему, лучше играем, чем в прошлый раз. Да? Я такой отлетаю. А, и ты тоже. Someone paid more. Поставил голос, голос зомби. Аналогично. Очевидно, блядь. Of course. Ебать, ты Морфилс, что ли? О боже, да ты богиня, валькирия. Подожди, я не знаю, как на колонну нашли. А, во. У тебя руки ломаются. Смотри на сиськи. Еще раз делай. Блять, эти сиськи реально сломаны. Садись к нам. Да нет, ты что, это слишком будет. Ну ладно. А не, едет, у тебя нормально. Куда машина горит? А это так и должно. Прыгай. Парашют надо открыть было. А можно резнуть? Да пожалуйста. Походу сейчас, типа, ну блин, я не успеваю. Такой бежал там что-то, блядь. Так, ну ты типа... Не пройдено, вы мертвы, блядь. А, у тебя тоже, да? Ну да, конечно. Они даже не доехали. Слышишь, суть-то не в том, а в процессе. А в этом. Блин, ну мы же почти доехали. Ну, в следующий раз получится, я тебе отвечаю. Машина помялась. Садись. Она виновата. Сейчас подвезли, налезу. Поехали. Здесь крики. А вот этот вот постоянно не смолкающий. Поехали, давай. Это был автосерфинг? Окей, блядь. Есть некоторые вопросы. Поехали. Блин. А, секунду в чат посмотрел. Мы сейчас не доедем, чат. Какая разница? Мы доедем, а вот. Да, я залезу наверх, и все будет хорошо. Шонди, нет. Умерла. Не, не ожидал. А, вообще умерла? Не, не, мне показалось. Не надо так. Шонди, нет. Не, мотоцикл что-то как-то мне не нравится. Хотя ладно. Как перелезть-то, ёбаный забор. Шонди, нет. Ты используешь? Слушай, а типа может быть нам... Не, нам не надо было же его... Блять, нам надо было... Кого, вертолеты? Ну слева крупно написано. А, бля, я по ним хуячу уже полчаса. Ну да, 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 да. What the fuck? Чё было-то? А можно меня резнуть? Cars got some more style. Чё он лежит? Магазином пользуется. Он пытается убежать, я не знаю, что с ним происходит. Окей. Так, ну готово. Как дела? Mm-hmm. Типа, я проснулась в 3 часа дня, и Тёма мне заявляет, что у нас сегодня кооп. Как ты думаешь? У меня голова не мытая, я вообще ничего не пойму. Меня во сне пытали, мне отрезали кисти рук во сне.
Вот. Я не могу понять, где сон, где реальность, что мне делать, какой кооп. Сегодня что, суббота, думаю, или воскресенье? Вроде было вчера вторник. Я ничего не понимаю. Алло. Алло. Здравствуйте. А мы какую первую будем игру играть? Я еще не знаю. Ого. Нартур. Я пароль да, создаю, да. Типа 6-8 символов. 6-8-7? Что это наш пароль? Я прислал пароль в переписку в Дискорде. Ты чё, я такой не наберу. Не в списке или... Чё, ты видел мой пароль? Нет! Люди! Алло, ты чё тут срёшь, блядь? Да брось его в огороде, конечно. Что это было? А, получи. А он про... Холодильник. Почему твои... А, ток. А чё тут столько народу? Ты зачем? Слышишь, ты без поселок, Тина. Я думаю, этот... Ой, там что-то взорвалось. А? 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 Да все в доме, никого нету, поехали. Они продолжают играть, блин, в грёбаные мобилки. Да, я же говорю, сидят такие вообще по парам. Типикал вообще. Они прям в огне это делают. Это норма. Да, так флегматично. Это вот современная молодежь вот это вот. Окей, бумер. Зумеры эти, ёбани. Взорвалось. Тёмин пукан сейчас это будет. Держись, братишка. Блин, а где-то здесь был челик. Хо! А он умер, походу. Нет, блядь! Они умерли опять. Эй! Именно. Нифига, чё, ты чё вот это пользуешься прям мной? Ты чё вот это... Ты чего за... Не знаю, поставить срочно. В рапорте об изнасиловании. А я ему говорю, вот это нифига, ты чё, ты прям пользуешься? Кто поймает монитор? Давай, где ты там? Лови, 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 давай. Я себе не вешу его. Забей. Типа пустые. Что же так ломается? Женщина, можно в очереди. Меня первой бить должны были. Ты смотри, какая. Тоже мне понаехала тут. Вообще, ты меня в прошлом году готовили с перцем. Заткнись. Заткнись, с перцем готовили. Тоже мне село колхоза. У меня ж слюна пошла. Тихо. А мы вот тут ездили всей семьей. О, я помню, нас тут ели в прошлом году. Блин, столько... Вас ели, а меня ебли! Нет, в прошлом году съели, я помню, фоткал, блядь, так классно было. Женщина, а, блин! Или то надо, а не два перца. А мне убрать нельзя, да? Нет. В этом так, ребра и банан, давай. Как? Банан несу. Что там есть? Утонул. Мясо, мясо вот надо, мясо. Мяса нету. Мясо? А! Нет, ну блин. Одно да, мясо. Блин. Перчик. Там сгорит сейчас. Да сейчас я сам сгорю нахуй. Ой, что-то в этот раз очень плохо идет. Я опять утонул. Да нет. А он такой ощущение, что кое-кто у нас просто скачет и все туда-сюда. Я пытаюсь помогать вообще-то. Я не сказал, что это ты. Да предвзятый, потому что. Кто-то, кто задонатил только что. Прям моментально. Не рецепты ищут, а там деньги. Семейный бюджет просто выиграл сейчас пачками. Семейный бюджет? Да, вообще как неубедительно звучало. Кого, блин? Твое бормотание? Да. Как же они ненавидят. Пельмени не были доварены. Я сейчас не понял, а почему? А как? Кто-то может объяснить вот это вот? Я не ходила на физику. А можно мне уже не второе, а первое место хоть раз? Заебался я там. О, пхание. Продолжай пхать. Ты уже продолжаешь? Ты уже продолжаешь пахать? Не заметил. Эротично звучало. Вообще-то сигареты есть. Ну, Степаш.
Я не курю. Я тебе не советую. Он так близко к микрофону, что мне кажется, что это все на ухо мне вот это вот все делать. Не так близко. Как мог бы быть? Я считаю, что лучше пить, чем курить. Правильно, Филя. Попинайте Степашку, он там опять, по-моему, блядь, уехал. Наркоман ебучий. А, Махалай, Махалай, кто травы принес нашим кухням? Да, нет, ребятки, сегодня, сегодня Рахат ибн Лукум принес вам забористый шмак. Принес. О, господи. Ну, Рахат ибн Лукумович, а где вы спрятали? А, Хрюша! Сейчас, сейчас, мой хороший. А вот она у тебя в жопе, давайте разборим его. Не, не надо. Ты была на свинина на ужин. Хрюшка, ты хорошо пошел на ужин. Хорошо, ребят, пора мне, пора, дети. А вы смотрите, что правильно, Tricky Towers от наших ребят. Мне плохо, хватит. Гарри, положи трубку. Ну, я звоню маме. Ты ебанутый, Гарри. Так, табачная трубка. Высунь ее из жопы. Ну, я звоню маме. Гарри, мама умерла от этой трубки, блядь. Ну, умерла, умерла. Ну, профессор. А вдруг она все-таки ответит? Консервы и жареная картоха. О. Тьма просто. Консервы с пюрешкой, вот что божественно. Ну да. Не, лучше жареный картохой. Перемешать всю эту кашу. Вредно, блин, зай. Ну да. Картоха и сардины. Кайф. Я замолчала просто, у меня уже представляю, у меня там уже половые игры идут, я представляю это. Половые игры? Половые игры? Да. С картошкой и сардинами? С картошкой и сардинами. Пинос такой намазывает, короче, этим всем смесью этой. Это у тебя вся эротика вокруг пиноса такая намотана. Намотана. Намотана, блядь. Намотал такую картошку на пинос. И ходит, блядь. Пожалуйста. Моя любимая картошка, люблю картошку. Фу. Да в смысле, фу, чат. Не пробовала и осуждаешь. Данский. Был бы у тебя пинос. Картошки. Вот, наматывала бы сардины, нет, да. Нет, я не хочу развивать эту тему, пожалуйста. Это отвратительно. Намотал картошку и намазал сардину. Намотал картошку и сардину. На свою здоровенную бобину. Так, а Андрей носит лифчик. Хорошо. Красава. Красава, а какой? Я тоже, братан, я тоже. Тёма! Я тебя спрашивал, где мой белый лифчик сегодня? Вот он где был, да? Нет, Кэл, я не знаю. А потому что это был мой белый лифчик. А Артур сегодня жаловался, то, что я повесила свой лифчик на его крючок, там, полотенце. Я не жаловался, я говорю, о, клево, новое полотенце. Там висит мой лифчик, куда ты повесила? А. Ну, так и было. А. Ладно. Вот и поговорили. Поттер, ты извини меня. Поттер, это твой лифчик? Домой. Вот и твоя мама не здесь. А где она? Она умерла. Боже, хватит. Повесилась на лифчике. Профессор Снейп, уходи с этим. Сдохла. Сдохла, умерла. Умерла, сдохла. Папа! Папа твой тоже сдох. Я сегодня не твой папа. Скоро придет Волан-де-Морт, тебя тоже убьет. Тёма, ты дед? А? Да. Видимо, да. Это ответ на твой вопрос. Да. Можно погромче? Не слышно нихуя. Я уже вообще просто молчу и сижу. Жду, когда он закончит. Башня всех заебала, всех местных, всю округу. Па-па-пам, пам-пам-пам. Бильбо, спокойно. Держите его, блядь. Он опять начинает. Па-па-пам, па-па-пам. Задание. Все, как бы, хватит. Ну, пока. Задание. Давай, блядь.
Задание. И вам тоже. No, I know. I gotta kiss this song to be gone.